Отопительный сезон в Нижнелимском районе начался неудачно. На территории больницы взорвался котел. Инцидент произошел днем 12 октября в поселке Речушка. На кадрах видно, что в результате аварии существенная часть котельной оказалась разрушенной. Без отопления осталась сама больница и еще 10 жилых домов. Пострадавших нет. В результате деформации котла пострадали стены и перекрытие котельной. Без отопления остались 22 жилых, 22 квартиры и больница на 5 койко-мест. В настоящее время все квартиры отапливаются с помощью обогревателей, а в больнице оборудованы 2 кабинета, где тоже обогревателями создается необходимая температура. Что именно стало причиной происшествия, сейчас устанавливают специалисты. Также на месте работает оперативный штаб под руководством заместителя мэра Нижнеилимского района. Проверку организовала и прокуратура.